Друзья, всем привет! Вы на канале Все Китай. Сегодня у нас очень классная посылочка, которая доехала за целых 18 дней. Это реально очень круто. Почта Сингапура, продавец оценил целых 35 баксов. Это очень хорошая цена, все суперски. Ну что, посмотрим, что у нас внутри. А внутри у нас смартфончик от компании LTV, LTV X600 или LTV One. Это флагман данной компании, пускай прошлого года, но очень интересный. Здесь у нас максимальная версия на 32 гигабайта встроенной памяти и 3 гигабайта оперативной. MicroSD поставить, к сожалению, нельзя, но я думаю, 32 гигабайта каждому, в принципе, должно хватить с головой. Итак, давайте посмотрим. Тем более у нас версия серого цвета. Серый цвет буквально недавно поступил в продажу. Давайте же посмотрим. Ну и плюс, данный смартфончик я заказывал своей девушке. Выбор у нас был между Redmi 3, Xiaomi Redmi Note 3. Ну, как бы... Redmi 3 нужно было очень долго ждать, потому что он на предзаказе еще везде стоит. Note 3 не особо понравился, если честно, меня не особо впечатлил. Да, блин, батарея большая, да, сделали корпус из металла, да, есть сканер отпечатков пальца, но больше ничего интересного в нем нет. Вот здесь должна быть очень крутая камера, у нас сенсор IMX214. Должна писать 4К, это очень круто. Плюс здесь у нас автофокус стоит. Фу, автофокус. Понятное дело, автофокус есть. Здесь у нас стоит стабилизация, оптическая стабилизация. И, как все говорят, компания LTV по максимуму, реально по максимуму раскачала данный сенсор. То есть весь потенциал данного сенсора они попытались открыть. Ну что, давайте посмотрим. Офигеть, здесь у нас просто все запаковано. Это как будто новый iPhone, если честно. Знаете, это слюда, это... Просто круто. Еще ни один человек не открывал данный смартфон, не классал вообще. Просто супер. Внутри у нас пусто. Вот такая вот бронетранспортерная, блин, упаковка была с воздухом. У нас еще есть подарочек от продавца. Хорошо. Ха, прикольная штука, забавная, знаете. Давайте я вам сейчас все покажу. Итак, эту штуку мы вот здесь вот так вот, есть у нас липучки, приклеиваем до нашего смартфончика. И если мы хотим посмотреть видосик, делаем вот так, па-бам, и у нас есть вот такая вот интересная подставочка. Ну что, мелочь, но очень-очень даже приятно. Она такая резиновая, интересная. Ну, хорошо. Так, этот момент истины. Давайте посмотрим, что же у нас здесь сзади. Вот все характеристики можно посмотреть. Версия на 32 гигабайта у нас. Все супер. Экран 5.5 Full HD. В общем, полный фарш, плюс какая-то еще поддержка у нас, Dolby есть. То есть, звук должен быть просто офигенный. 2G, 3G, 4G, все супер. Ну что, давайте откроем. Ух, вообще класс. Я даже, я, наверное, еще ни один смартфон так не открывал. Ух, раз. Вот так вот мы сделаем. Два. Этот момент. Три. Знаете, как... На какой-то церемонии, если честно, ленточку разрезаешь. Ну, почти-почти такие же впечатления. Ну что, давайте откроем и посмотрим, что же здесь у нас. Итак, аккуратно мы открываем. Это все отсюда убираем. Класс. Ба-бам! Вот он наш смартфончик. Просто офигенный, реально очень красивый. Все здесь классно сложно. Давайте наш смартфончик. Реально он не такой уж и большой, 5,5 дюйма, но все такой компактный, интересный. Чем мне еще понравился данный смартфон? Тем, что у него экран 5,5 дюйма, но реально корпус маленький. И в руке он лежит просто супер. У нас бампер есть, ну хорошо, давайте в сторонку. Все запаковано очень красиво. Здесь есть такая вот фича, знаете. Сейчас постараюсь реально вам показать, получится у меня или нет. Да, вот смотрите. Та-дам! Давайте еще раз. Та-дам! Ха-ха, прикольно. Итак, LTV, скрепка у нас есть. Даже на скрепке у нас написано все, что это LTV. Ну что, красиво, достойно, реально флагман. Здесь у нас вся остальная комплектация, зарядка. И у нас здесь USB Type-C. Да, это первый телефон на USB Type-C у меня на канале. Итак, блочок у нас 5 вольт, 2 ампера. Да, все хорошо. Зарядка, я думаю, будет быстрая. И вот в таком вот красивом боксе, ну, красиво, красиво, LTV, все супер, мне реально нравится. Вот это я понимаю упаковка, вот это я понимаю комплектация. Здесь все так красиво запаковано, давайте постараюсь открыть. Ну ладно, не будем затягивать время наше, и все сложим.
и возьмем наш смартфончик. Ну что, красивый, хороший. Давайте снимем бампер. Бампер у нас пластиковый, снимается, ну, не очень так уж и быстро, если честно. Но снять надо. Давайте, где же бы это все поддеть? Нужно все это поддеть и снять. Да, давай, давай, давай. Вот так вот есть. Почти, почти. И есть, вот он. Офигеть. Ну, задняя крыша, конечно, у нас глянцевая, но вид интересный, красивый, реально. Под металл закос, но очень красиво. Это все у нас металл, это металл, да. Все здесь металл. ИК-порт у нас для управления техникой, которая поддерживает все это. Джек 3.5. Все вообще из металла, все очень круто. Итак, здесь у нас USB Type-C. Ну что, ну, конечно, разъем побольше, чем обычный микро-USB, но я думаю, намного практичнее и удобнее, да. Здесь у нас должен быть один, к сожалению, динамик, а второй, скорее всего, здесь микрофончик находится. Ну что, вот он, наш красавец, очень классный. Давайте запускать его. По весу, что могу сказать, он не особо такой уже тяжелый, но в руке сидит классно, реально классно. По сравнению с Xiaomi Redmi Note 2, у которого также экран 5,5 дюйма, он реально монстр, такой огромный лопатофон. Вот здесь вообще все супер, лежит в руке, классно, мне нравится, удобно. Ну что, давайте запустим. Ну, ждем, ждем, ждем. Ну, давай, запускайся. Да ладно, ты разряжен? Ну, блин, офигеть. Ну что, я зарядил наш смартфончик буквально на 16%. Зарядка очень прикольная. Удобно, я даже вам скажу, вот даже есть какая-то, знаете, типа позолота. Ну, прикольно, прикольно, все зарядило быстро. На 16% я буквально только снял пленочку с нашей камеры. Камера, конечно, снимает просто, ух, офигенно. Ну что, давайте снимем пленочку с нашего основного экранчика, основного, блин, с нашего экрана и посмотрим на это чудо. Вуаля, ну, смотрится очень красиво. Глубокий такой черный свет. Ну, конечно, немножко видно. Вуаля. У нас еще картинка черная такая, темная. Ну что, перевод здесь, конечно же, вообще не айс. Процентов на 50, если честно. Давайте вот так вот посмотрим. Нужно будет его перепрошивать. Кнопки у нас подсвечиваются, что очень круто. Давайте, может быть, поставим другой. Вот, вот неплохая. Вот, давайте. Ну, экран бомбезный, реально классный, мне понравилось, давайте, блин, здесь немножко по-другому все делается, вот так вот, яркость вот на максимум, вообще экран бомбезный, углы обзора здесь все вообще шикарное, реально шикарное, мне очень сильно понравилось, но здесь куча китайщины, вот смотрите, вуаля, LTV, круто, вот нажимаем центральную кнопку, вуаля, куда-то грузит, ошибка у нас, давайте посмотрим, что у нас здесь, о телефоне. Итак, LTV One, модель X600, Android у нас 5.0, процессор Helio X10, 8-ядерный, 2 ГГц, модули есть, обновление, скорее всего, должно быть. Но мы все это посмотрим, конечно. Память у нас 32 ГБ, доступно, получается, почти 25 ГБ. Ну, в принципе, более-менее достаточно, я думаю. Скроллинг вообще классный, экран мне очень нравится, приятный, реально приятный. Рамки у нас особо небольшие, я бы так сказал, даже минимальные. И смартфончик получился реально небольшой. В руке лежит очень-очень удобно, мне реально понравилось. Крышка, конечно, сзади очень собирает отпечатки пальцев, но в руке лежит хорошо. Ну что, давайте посмотрим на наши слоты для сим-карт и заодно проверим нашу вуаля скрепку. Да, у нас тут фирменная LTV скрепочка, все очень круто. Итак, все здесь металлическое. Па-бам! Да, здесь у нас получается две сим-карты формата микросим. Все сделано из металла. Ну, добротно, я бы даже сказал, все хорошо. Давайте поставим все на место. Вот сюда, вуаля, есть. Есть у нас вот такой вот триггер, ну, у кого есть iPhone или был iPhone, знает, что это за штука. Эта штука переключает наш смартфон, ну, просто в беззвучный режим, вот смотрите. Па-бам, все. Конечно же, все на английском. Буду его перепрошивать, скорее всего. Наверное, буду его перепрошивать. Ну что, давайте посмотрим, как звучит наш динамик. Заявленная, блин, здесь Dolby или что здесь? Да, Dolby Digital у нас здесь.
Sound. Итак, смотрим наш рингтон. Довольно-таки неплохо. Давайте посмотрим, где вообще наши рингтоны. Итак, да, вот. Максимальная. Вот, вот это наш динамик основной. Ну, конечно, по данной мелодии особо не определишь, но, по крайней мере, мне кажется, что громкость чистая. Ну, не громкость, а динамик чистый, звучит чисто. Ну, громкость такая, средняя, реально средняя. Конечно же, на практике мы все проверим. Реально классные кнопки, они мне нравятся. Они подсвечиваются, свет такой интересный. И форма кнопочек также интересная, вот посмотрите. Ну, прикольно, реально прикольно. Ну что, давайте посмотрим камеру. Камера здесь у нас IMX214 на 13 мегапикселей, как заявляет наш производитель LeTV. Давайте нашего чувака вот этого сфоткаем и посмотрим, как вообще. Давайте автофокус сначала. Быстро. Ну а теперь ручной. Есть у нас ручной, давайте. Также есть. Итак, давайте же посмотрим. Конечно, соглашаюсь. Итак, первое здесь у нас авто. Довольно-таки вообще неплохо. Все очень-очень даже хорошо, я вам скажу. Давайте ручной. Ну, плюс-минус одинаковый. Давайте текст сфоткаем, что ли. Давайте нашу инструкцию. Вот здесь у нас есть гарантийка. Вот такая вот на китайском. Я думаю, здесь будет более-менее нормально все видно. Итак, давайте сначала авто. Вуаля, ну а теперь ручной. Давайте посмотрим. Но мне нравится, реально снимает очень классно. Да, друзья, конечно, камера снимает здесь просто сногсшибательно. Видео пишет 4К, давайте я вам покажу в настройках. Вот смотрите, 4К, 4К. Но фишка в том, что 4К можно смотреть только на данном смартфоне. ПК, ну, почти не тянет. Да, можно поискать, конечно, плееры, но это лишний геморрой. Ну, эту проблему, конечно же, можно решить там всякими программами дополнительными. Ну, все, мы посмотрим. Первое впечатление, смартфончик вау-вау-вау, какой офигенный. И вау-вау-вау, как его нужно перепрошивать, потому что много китайщины здесь, ну, очень много, но... Смотрится очень красиво, премиально, я бы даже сказал. И плюс чехольчик, который у нас пластиковый, да, но он гнется очень хороший. И также у нас LeTV, фирма. Классно, доехала быстро. Плюс его еще никто не открывал, был полностью запакованный в слюду, как, блин, из завода. Все очень красиво и премиально, я бы так сказал. Кто хочет купить хороший смартфончик, ну, сейчас я не буду его рекомендовать, вот когда выйдет обзор, там я все о нем расскажу и посмотрите. Вот такая вот офигенная посылочка к нам приехала, такой интересный смартфончик. Отпечатки пальцев, конечно, остаются, но я думаю, здесь у нас хорошее олеофобное покрытие, и все это легко вытирается. Ну, как-то вот так, вот такая вот посылочка к нам приехала очень быстро. Если вам понравилось видео, ставим лайки, не забываем подписываться на канал Все Китай, ждем обзорчика на данный смартфончик. Конечно, это будет даже не обзор, а опыт эксплуатации, потому что данный смартфон я заказывал своей девушке. Ну что, всем спасибо, всем пока, удачи! Друзья, всем привет! Вы на канале Всю Китай, с вами Димон. Ну что, сегодня мы поговорим о восстановленном Франкенштейне из Китая Nexus 5.